Ты можешь выучить древние заклинания, письменные таблички, артефакты, древние надписи. Вот эти таблички я могу дать тебе. Ты можешь? Да. Если хочешь, я тебя им научу. Ты знаешь что-нибудь о пятом храме? А, об исчезнувшем АТ-13. Я собрал о нем всю информацию. В кратком изложении, пожалуйста. Хорошо. Мы считаем, что есть 5 храмов, и в каждом лежит артефакт. Правильно? Да! Так и должно было быть, но так не было. Последний артефакт, кольцо, никогда не попадал в храм. На наше счастье, иначе бы вся эта история быстро закончилась. А где же тогда это кольцо? Я процитирую другое место в этом тексте. Но не пошел он в храм, и стопы уводили его далеко от страны отцов. То есть он пошел на север? Надо полагать, о причинах мы можем только строить догадки. Так где же мне искать кольцо? Ищи его на севере. Может быть, у магов огня есть какие-то записи. Храм магов огня разрушен. И монастырь в Нордмаре тоже? У них же там библиотека. Это на другом краю света. Да, идти придется довольно далеко. Но ведь тебе не обязательно отправляться туда немедленно. Что дает магическое кольцо? Ему больше 1000 лет, а наши записи очень скудные. Вероятно, оно наделяет того, кто его носит, магическими способностями. Ничего нового. Что-то о древней магии. Что-то о древней культуре. Что тебе нужно? Я уверен, что у тебя есть и другие дела. Ты не слишком торопился? Почему ты пришел только сейчас? Я... Не увиливай.
Нам предстоит великое дело, и у нас нет времени на оправдания. Я все тебе расскажу. Что я должен знать? Сейчас мы в Аль-Шидиме, в храмовом городе древнего народа. Согласно надписям, здесь хранилась защита тела. Звучит как доспехи. Доспехи, одеяние, покров, что-то наподобие этого. Ясно одно, это один из артефактов, которые нужны, чтобы... Чтобы что? Поговорим об этом потом. Сначала найди эти доспехи. Где артефакт? В храме? Конечно. Вы уже открыли храм? Мы выяснили, что нужно 5 ключей, чтобы открыть храм. Верно. Один ключ я уже достал. А остальные? Надеюсь, что они пережили последние тысячелетия без повреждений. Тогда я поищу их. Есть какие-нибудь подсказки? На этой карте я отметил несколько мест. Расчеты я сделал, основываясь на местонахождении первого ключа. За 1000 лет могло всякое случиться. Так что не жди слишком многого. Что произойдет, если я открою храм? Когда 1000 лет назад на страну обрушилось страшное наводнение, многие спрятались в храме. Окруженный водой, храм выстоял. Но из него больше никто никогда не выходил. Я подозреваю, что с помощью магии скелеты были разбужены. Так что лучше возьми топор потяжелее. Или спроси у Миксира об артефакте Стражи Мертвых. Он что-то рассказывал о нем. Может, он сумеет тебе помочь? Что насчет орков? Что насчет орков? Они пришли сюда наверняка не за теплым солнечным светом. Они хотят заполучить священные артефакты из храма. А мы не можем допустить этого. И не допустим. Значит, атакуем их? Добровольно они не уйдут. Поэтому обратись к Утросу. Он скажет, что делать. Как вы смогли покинуть остров? Фокусные камни сослужили свою последнюю службу. Мы использовали их для ритуала телепортации. К сожалению, нам пришлось оставить их. У нас больше нет камней. Однако самое сильное оружие – это знания, а их не потерять. Ты еще не готов?
Не мешай мне! Орки роются в тайнах древнего народа Иноса. Что бы они ни нашли, оно принесет смерть. Мы должны задержать орков. Хорошо. Я разместил несколько человек за лагерем орков. Найди их и скажи, что мы намечаем. А я со своими людьми буду атаковать отсюда. Но ты должен дать нам знак. Знак? Какой знак? Лучше всего будет напасть на самого главного орка. Мы нанесем удар, когда их внимание будет отвлечено. Что ты собираешься делать? Сату разговорил, что ты придешь. Он сказал, что мы должны оказать тебе поддержку. Это я и собираюсь сделать. Я помогу тебе всем, что знаю. Ты научишь. Я это уже знаю. Ничего. Thank you.
Там ничего нет. Там ничего нет. Нет же.
Начнем заново. Начнем заново. Это не сработает. Начнем заново. Нет же. Ты посмотри. Сломано. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Сломано.
Нет.